Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в разборе «Море» из кинофильма «Берегите женщин», композитор Юрий Антонов. Шлягер «Совечер» — это значит «левая рука» как можно проще играет, а в данном случае у нас играет интервал квинту, два звука. И потом только в припеве у нас появляется гармония, и мы играем в рамках гармонии. То есть крайние звуки образуют октавы, в серединке верхний звук от трезвучия. Ми, си, ми, и возвращается на си. Ля, ми, ля, и возвращается на ми. И давайте послушаем всю версию этой песни. Мы начинаем разбор и берем вступление 4 такта. Приключения у нас нет знаков, тональность ля минор, без знаков приключения. И первые 4 такта вступления в правой руке такие звуки. Смотрите, первая октава ми, ля, ми, до. То есть ми, ля, ми. Мы двигаемся от октавы, то есть от ноты ми до октавы следующей нотки ми. И внутри у нас нотка ля встречается через две клавиши. И мы как бы вот эти три нотки нажимаем ми, ля, ми. И вниз через клавишу нотка до. Да, вот эти четыре ноты запомните. Потому что сейчас мы будем сдвигаться просто вниз. Следующие четыре звука это ре, соль, ре, си. И снова вверх, как бы возвращаемся на ми, ля, до, ля. Понятно, да? И давайте их разложим. Ми, второй на ля, пятый на ми, на до, третий. Ре первый, соль второй, ре пятый, си третий, ми первый, ля второй, ми пятый, до третий. И сняли руку, одну ноту ля сыграли на весь такт. А теперь так сыграем, их как бы по четыре объединим. Раз, раз.
раз и два и паузу сделаем. Три и четыре будет лево играть. Раз и два и три, четыре. Раз и два и три, четыре. И нота ля, два, три. Вот так. Еще раз давайте. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. И нота ля. А в левой руке такая гармония. Это ля, ми, ля, ми. Как я говорила, возвращаться будет на средний звук, да? Ми, ля. И возвращаемся на ми. Затем съезжаем на клавишу вниз. Соль, ре. Соль, возвращаемся на ре. И опять ля, ми, ля, ми. И здесь же еще раз. Ми, ля. То есть получается один раз ля, ми, ля, ми. Затем вниз соль, ре, соль, ре. И два раза опять вернулись сюда на ля, ми, ля, ми. И еще раз. А теперь мы будем соединять, и все станет понятно, потому что они играют четко, вот эти ноты. Соль, ре, соль, ре, ля, ми. Ля четко ровно они играют. Давайте потренируем просто левую руку, одну. Раз, и два, и три, и четыре. Пятый, второй, первый. Потренируем, давайте. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Замечательно. И давайте теперь вместе соединим это вступление. Здесь у нас получается вот эти ноты. Ми, ля, ми, до. Они будут, вот эти четыре ноты, на две вот эти ноты в левой. То есть получается вместе правая. А затем левая доигрывает одна. Левая, левая. Давайте попробуем прям первый такт. Вместе правая, левая, левая. И теперь сместились вниз на ноту. Это здесь ре, соль, ре. Сразу ставим ручки, а здесь соль. Ре, соль. И вместе правая, левая. Еще раз потренируем. Вместе правая, левая, левая. Отлично. И опять вернулись. Вместе правая, левая, левая. И здесь одна нота ля. Третьим можно пальчиком. Левая, левая, левая. Давайте все четыре такта вместе сыграем. Я просто посчитаю. Раз, и два, и три, и четыре. И сместились. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И... Потом, когда у вас медленно уже получится стабильно, чуть-чуть можно сдвинуть темп. И у нас начинается основной куплет. Первый. По зеленой глади моря, по равнине океана. Вот эти четыре такта возьмем. Они потому что очень-очень повторяются. Смотрите, мелодия у нас начинается от первой октавы, от ноты фа. Фа, ми, ре и на ля. Через две клавиши. И еще раз. Фа, ми, ре, ля. То есть как бы два раза одни и те же ноты. А дальше мы вот, то есть у нас вот эти три ноты, да, были, да? Фа, ми, ре, ля, фа, ми, ре, ля, да? Теперь смотрите, у нас вот так теперь будет. Ми, ре, до, ля. Ми, ре, до, ля. То есть ля как бы всегда мы к ней идем, да? Ми, ре, ля, фа, ми, ре, ля, ми, ре, до, ля, ми, ре, до, ля. И всегда мы играем с четвертого пальца. Четвертый, третий, второй, первый. Четвертый, третий, второй, первый. Угу. Давайте словами. По зеленой глади моря, по равнине океана. Хорошо,
со счетом сыграю для тех, кто хочет посчитать. Смотрите, первая пауза раз, четверть, раз, и мы начинаем играть. На раз у нас всегда будет приходиться левая рука. Вот этот интервал будет играть, как я сказала. В левой она будет играть один интервал на раз. Раз, и дальше вступает правая. Два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и... Хорошо. В левой у нас всего два интервала. Это ре, ля. Мы их играем одновременно, эти две клавиши, две ноты. Ре, ля. И второй интервал будет это ля, ми. Ля, ми. Первом, пятом. То есть два раза мы играем в первом и втором такте этого кусочка ре, ля. И в третьем, четвертом такте ля, ми. Давайте посмотрим. Играем раз и вступает правая. Фа, ми, ре, ля. И на фа во втором такте они играют вместе. Ми, ре, ля. Так, дальше. Ля, ми. Взяли. И ми теперь. Ми, ре, до, ля. И вместе на ми за вторым. Вместе. Та-дам. Бам. Угу. Давайте еще раз со счетом. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз. И чуть поживее сыграю. И берем следующие четыре такта. Мелодия у нас также начинается от фа. Фа, ми, ре, ля. Фа, ми,